8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это диалектное движение. Движение таморитов. Занимает максимум 16 счетов и принадлежит к семейству Egyptian. Начнем с рук. Ключ подается руками. Раз, два. Дальше движение идет рука в Egyptian. Три, четыре. На пять опускается округлая рука вниз. Правая. Пять. На шесть идет смена. Шесть. На семь, восемь поднимаем левую руку. Семь, восемь. Следующая восьмерка. Ключ уже один был. Продолжаем просто без ключа. С левой руки. Раз, два, три, четыре. Левая ручка вниз. Пять. Смена. Шесть, семь, восемь. Поднимаем. То есть это двустороннее движение. Полностью, как оно выглядит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Итого 16 счетов. Это по рукам. Работа стоп в Egyptian 3. Первые 4 счета. Как стандарт базовый Egyptian. 1, 2, 3, 4. Дальше правая нога уходит в сторону. И мы приседаем чуть-чуть. 5. Далее следует поворот с правой же ноги. 6. Ножка правая у нас уходит за левую. И дальше продолжаем поворот. 7. 8. Приходим в ту же ногу, то есть правую. Начинаем то же самое с левой стороны. 1, 2, 3, 4. На 5 левая ножка в сторону. Присели. 5. Поворот. 6, 7, 8. Приходим на левую ногу. То есть повороты у нас совершаются шагами, и мы приходим на ту же ногу, с которой начинали шагать. Еще раз, но в скорости. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Соединяем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз, но медленно. Даем ключ. В это время у нас идет первые два счета базового джипшена. Раз, два. Доделываем левую сторону. Три, четыре. Ножка правая в сторону, правая рука к бедру. 5. И присаживаемся. Дальше на 6 у нас идет смена рук. За шаг правой ногой назад. 6. И сам поворот. Рука в повороте поднимается левая. 7. 8. Пришли на правую же ногу. И продолжаем все то же самое с левой стороны. 1. 2. 3. 4. Как я говорила раньше, ключ мы не повторяем. Соответственно, это будут руки от стандартного базового джипшена. 4, 5. Левая ручка ушла к бедру. Ножка в сторону. На 6. Меняем руки. Ножка левая уходит назад. 6, 7, 8. И пришли в левую уже ногу. Еще раз на скорости. Два раза повторим. Ключ дается один раз. Дальше. В процессе исполнения Egyptian клипа руки первые 4 счета, как обычно, Egyptian работают. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Несколько точек внимания. В повороте. Обязательно поворачиваемся и шагаем в повороте на плоскости. То есть мы не выходим на пол пальца. На 5 мы отставили ножку и очень четко плоская стопа правая, левая, правая. Поворот идет по принципу тестера. То есть мы поставили ножку и дальше у нас.
Не закрываем левую руку над головой, она остается над плечом, кистью. Кисть, плечо. Не делаем такого. В шестой счет, когда идет смена рук, необходимо отслеживать траекторию. То есть, когда вы поднимаете правую руку, левую уходит вниз, это должны быть красивые линии. Кисть над плечом. Кисть вперед. Длинные руки. Опять же, не делаем вот так. Да? Длинные руки красивые. Это у нас 6. На 7-8 локоть уходит обязательно в сторону. Не пытаемся поднять руку за пальцем. 6, 7, 8. Просто вышли рука вверх. Ну, соответственно, все то же самое с левой стороны. Не бросаем руки. Шагаем на острый. По моему мнению, Egyptian Flip является самостоятельным движением. То есть не обязательно делать подготовительное движение. Например, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.